Диазе с Фернандесом действует. А мы видим, что Ахьядов. Здорово, на опережение. С Игоревым мяч забрали. Сегодня Анжи очень часто подводит и сезон в футболе национальной лиги. Да, абсолютно так. И действительно, перерыве на шкалинской скамейке здесь. И, кстати, замена будет и у Анжи. Появится Леонид Агаларов. Это представитель очень известной футбольной гордости из таких экспериментов. А то. И обстоятельства, потому что, конечно, это не самые лучшие жизни. Безусловно, безусловно, как раз об этом. А то от мячом. Подтвержденная информация. Так, в кулуарах говорят, компания Анжи у Магомеда Алиева. Кстати, в Дагестане появилась даже кричалка такая, я вот слышал ее неоднократно. Алиев Анжи. И вот так вот репутация. Да, Магнусон сейчас перехватил, и даже не пришлось ничего для этого делать. Но Ачалов очень здорово корпусом закрывает мяч. И, кстати, Ачалов скоро уйдет. Уже отдыхать. Краснодара.